После почти полутора месяцев простоя вновь возобновляет свою работу торговля товарами, которые не входят в список первой необходимости. Однако посетителей могут принимать лишь в тех торговых точках, где имеется отдельный вход и возможность обеспечить дистанцию. В одном из таких магазинов побывала наша съемочная группа. Мебельный салон «Шале» возобновил свою работу и готов представить покупателям свой ассортимент продукции, который отвечает самым требовательным клиентам. Как рассказывают сотрудники салона, они следят за мировыми тенденциями. И все лучшие новинки, которые появляются на рынке, стараются предложить покупателям в своем магазине. Все материалы, которые присутствуют в салоне, это последние тенденции мировые. Соответственно, всевозможные пластики, нанопластики с самозатягивающимися царапинами, глянцевые столешницы, которые не оставляют отпечатков пальцев и царапин. Все индивидуально подбирается под запросы клиента. Например, в кухне всегда можно выбрать столешницу, фасад и фурнитуру. Часто клиенты мебельного салона «Шале» обращаются за помощью к специалистам в момент покупки квартиры. Мы готовим проводку, подключение воды, газа, где выходят выводы электричества и так далее, чтобы мебель встала и ничего не было видно. Обновить интерьер или создать новый дизайн вашего дома или квартиры вам помогут в мебельном салоне «Шале».